Добрый вечер, я Кристина Терещенко. Все события, произошедшие на Донбассе за минувшие сутки, наша команда уже собрала в дайджест для вас. Начнем с Луганской области. Там уже которую неделю вооруженные силы Украины героически удерживают Северодонецк. Бои, как вы знаете, не прекращаются, и благодаря этому форпосту оккупанты не могут полностью захватить Луганскую область. Ситуацию в городе глава области называет очень тяжелой. С помощью беспилотников россияне проводят разведку и корректируют огонь. Серьезные авиа- и ракетные удары наносятся оккупантами по Лисичанску, где погибло двое людей, и близлежащим населенным пунктам Устиновке и Боровскому. Но даже в таких условиях удается эвакуировать малые группы людей. Еще 32 человека за минувшие сутки вывезли с Луганщины. И пока украинская сторона вывозит в безопасное место людей, Россия из захваченных городов области продолжает вывоз агропродукции. Из зернохранилищ оккупантами украдено 15 тысяч тонн подсолнечника и 10 тысяч тонн зерна, сообщают областные власти. По их информации, оккупанты заготавливают зерно под будущую посевную, предлагая аграриям так называемые благоприятные условия закупок по 8 тысяч российских рублей за тонну продукции. Это чуть больше 4 тысяч гривен, тогда как Украина платила по 8,6 тысяч гривен. Сдавшихся в плен в Мариуполе заместителя командира Азова Святослава Паламара, известного по позывному «Калина», и командира 36-й бригады морской пехоты ВСУ Сергея Волынского вывезли в Россию для проведения следственных действий. Такую информацию публикует российское издание ТАСС, ссылаясь на свои источники в силовых структурах. По их информации, кроме Волыны и Калины, которые были публичными личностями во время обороны Азовстали, с территории подконтрольной группировки ДНР в Россию были этапированы другие офицеры различных украинских подразделений. В какой именно регион РФ, не уточняется. Напомним, что официальный Киев тему с пленными азовцами пока не комментирует, а в СНБО ее назвали очень деликатной. Донецкая область по обе стороны линии фронта под огнем. На подконтрольной Украине части 36 объектов было разрушено. Большинство – это жилые дома, сообщает нацполиция. Там, как и в Луганской области, оккупанты применяют ракеты и авиацию. От обстрелов погибли двое людей и 12 получили ранения. На улицах Авдеевки, Угледара, Красногоровки и ряда других городов огромные воронки и осколки снарядов. А в городе Железный в районе Торецка были обстреляны люди в момент подвоза питьевой воды. В результате чего співробітник комунального підприємства нашого комунальник втратив три пальці. Жінка 1986 року народження, поранення бедра, причому важке поранення. Незрозуміло, як вона далі складеться її доля, але маємо те, що маємо. І саме що шкода, саме що болючіше, це те, що поранення, сквізне поранення передпліччя отримала дівчинка 2013 року народження. По другую сторону Донецкой области, на оккупированной Россией части, Донецк также под тяжелыми обстрелами. В сети появились фото разрушений за минувшие сутки. В разной степени в самом центре города повреждены кинотеатр «Звездочка», корпус Донецкого национального технического университета, здание так называемой мэрии и в который раз прилеты по заводу «Топаз». Местные самопровозглашенные власти сообщают о гибели 7 человек и ранении 24. Как хорошо преобразился Мариуполь после захвата. Таким видео решили поделиться российские оккупанты на своих пропагандистских каналах. Для сравнения показывают улицы города после оккупации в апреле и июне. Но по факту все как было в руинах и разбомблено россиянами, так и осталось. За достижение пытаются выдать убранные обломки зданий и деревья, которые расцвели, немного прикрыв руины. На сегодня у нас все. Дальше за новостями следите в нашем телеграм-канале «Дежурный по Донбассу». Подобный дайджест выпускаем ежедневно, поэтому подписывайтесь на наш YouTube, чтобы не пропускать. Остаемся с вами на связи в комментариях. Пишите, нам интересно и важно знать ваше мнение. До встречи!